Камера видеонаблюдения новая. Бракованная шла из магазина. Деньги за нее мне вернули. Вот ее модель. С динамиком, с белыми светодиодами. Что за проблема? Подключаю просто ее сейчас 12-вольтовым блоком питания в розетку. И смотрите процесс. Вот она как бы загружается. Стандартная загрузка. И смотрите, не знаю, видит камера? Да, видит немного. Мигание инфракрасных светодиодов. То есть тут они двухстороннего действия, но инфракрасные именно мигают. Говорит о какой-то ошибке, наверное, камера сигнализирует что-то. Напишите в комментариях, кто с этим сталкивался. И далее нету никаких вообще действий. Вот я сейчас возьму, подключу ее кабелем к роутеру. Перепроверю еще раз. В домашнем поиске ее невозможно найти. То есть она не загружается. Вроде бы и фразу она сказала, что она готова к подключению. Там все эти моменты. Но не происходит прогрузки. В домашней сети ее ничем невозможно найти. И вот такое вот мигание именно инфракрасной части светодиодов. Заказал. Забрал ее перед этим, понятно. Заказал на Алиэкспрессе по фото. Сфотографировал внутрянку ее. Что там за модули установлены. И то, что нашел, заказал вот такой вот вариант. Два модуля, там точно такое же все, шлейф. И этот модуль вот с матрицей идет. Сейчас это все устанавливаю. Может даже и помодульно, чтобы найти причину, в каком модуле проблема. Со слотом под карту памяти. Можно с Wi-Fi антенной заказать. В комплекте можно заказать с кабелем. Ну так как кабель у меня здесь есть, то... Не нужно, но, видать, другого комплекта не было, я уже не помню. Можно без кабеля заказать, просто вот модуль. Ну, можно заказать один такой модуль, один такой, если ты знаешь, именно какой тебе нужен и в чем причина. На защелочках там держится, все аккуратно поддеваем со всех сторон. И здесь винты уже пошли. Под крестообразную отвертку извлекается эта часть. И вот внутренности. Этот модуль, модуль питания. Мне нужно добраться до этих двух. Все удобно отключаемо. И как бы тяжело что-то перепутать потом при сборке. Разъемы по-другому не подключишь. Все на стойках и мелкими такими винтами все прикручивается. С этого модуля не буду снимать. Вот они даже так же это все располагается. Слот. Большой разъем, малый разъем. Далее на стойках все. Такие вот стоечки откручиваются. Вручную. С одной стороны резьба внутренняя, с другой стороны резьба наружная. Сборка производится на них. Здесь видим шлейф. Можно шлейф откинуть и подкинуть просто вот этот модуль. Наверное, давайте так и сделаем. Надеюсь, хуже я... Не сделаю. Изъял этот модуль полностью, отключил все разъемы и просто новую сборку, вот эту, которую приобрел из двух модулей, решил подключить, просто проверить работоспособность, чтобы сразу не разбирать, а включить, посмотреть, будет ли работать. Включаю питание блоком питания, как обычно. Будет ли камера загружаться вообще? Процессор нагревается. В общем-то, питание на камеру подходит. Сейчас я подкину кабель. На видеорегистраторе включил поиск. И камера есть в домашней сети. То есть вот эта вот сборка работает. Просто переставить нужно будет объектив. Вот я шевелю. Ну, под пленкой. Матрица без объектива. Ничего понятно, что не видит. Извлекаю вот этот модуль, который с матрицей идет. Переставляю объектив и ИК-фильтр. ИК-фильтр, вот механический день-ночь, который переводит камеру в черно-белый, в цветной режим. Переставляю сюда. По разъемам идентично все. По шлейфу также. И здесь разъем для ИК-фильтра питания и управления. Здесь также ничего сложного нету. Все на винтах мелких. Тут главное аккуратность. Ну и пыли, чтобы меньше было. И не заляпывать руками оптику.
Так, запоминаем, как стоял. Снимаем с этой стороны на этом модуле пленочку защитную с матрицы. И устанавливаем таким же образом ИК-фильтр. Вот он такой идет. Есть они в продаже. Объектив сам вот вкручен в него. И также фокус можно регулировать на резьбе. Он. Показывал я вам уже видео. Но пользуясь случаем, также показываю. Вот он, механический фильтр. И там шторка переводит в дневной и ночной режим камеру. Это, кстати, здесь в этой камере установлен 6-миллиметровый объектив. Просили меня, сделай с 6-миллиметровым объективом по камере видео. Вот, попробую и сделать, если получится ее восстановить. Накладываем фильтр, совмещаем отверстия. Установлен ИК-фильтр с объективом на новый модуль. И просто, чтобы не заниматься дурной работой, не собирать полностью камеру, сейчас подключу его сюда. Заодно, может, надо будет фокус настроить выкручиванием или закручиванием объектива. Все поподключал. Так, все сумбурно. Ну, постараюсь, чтобы не было замыкания. Вроде бы там ничего замкнуть не должно. Подключаю в прямом эфире. Если вдруг полыхнет, то будет вам контент. Так, светодиоды стандартно засветились. Щелкнул ИК-фильтр. О, и уже камера появилась на видеорегистраторе. Готова, камера собрана. Ночные режимы работают. Поэтому такой вариант восстановления возможен. Опять же, нужно смотреть, стоит ли покупать внутренности и какая их цена. Возможно, просто стоит купить новую камеру с корпусом уже собранную, и оно дешевле будет, чем купить внутренности и обновлять. Ну, уже кому что. Найдешь дешевле, найдешь причину, чтобы, например, модуль питания. Вот я менял недавно в одной камере. То понятно, что один модуль вот питания купить будет дешевле, чем купить целую камеру. Ну, а в этом варианте, когда два модуля покупаешь, то нужно уже смотреть, стоит ли их покупать. Ссылку я оставлю. Ну, такой вариант возможен. Всем удачи, до следующих видео.